Здравствуйте, давайте познакомимся. Расскажите, как вас зовут и какую компанию вы сегодня представляете? Меня зовут Каплин Роман. Я представляю компанию «Доставка Гуру». Мы свыше 5 лет на рынке интернет-логистики. Мы осуществляем аутсорс для интернет-магазинов в виде полного цикла сопровождения доставки. Вот. Расскажите основную, какую цель вы сегодня преследуете на этом мероприятии? Основную цель мы преследуем – познакомиться с нашими потенциальными клиентами, обсудить с текущими клиентами какие-то вопросы. Также завтра будет выступление, где мы будем доносить какие-то новации в рамках пресс-релизов по этой выставке. Согласитесь, что ритейл сегодня движется стремительно вперед, а e-commerce еще быстрее. Как вы считаете, какие основные тренды преследуют игроки рынка? Вы знаете, e-commerce движется намного быстрее, даже в 2 раза быстрее. Если смотреть на западные тенденции сейчас, допустим, в развитых странах, где-то 60% покупок делается на рынке онлайн-коммерции. И, безусловно, уже последние 3 года наблюдается тенденция повышения сервисного уровня как со стороны интернет-магазина, так и со стороны обслуживающих компаний. Российские интернет-магазины постоянно соперничают с китайскими. Как вы считаете, какие технологии и решения помогут нашим вырваться вперед? Мне кажется, вот как раз система автоматизации, которая вводится у нас, по примеру как раз Alibaba группа, которая сделана в Китае, но у нас система именно маркировки и автоматизации, которая вводится постановлением правительства прошлого года, она намного глубже, намного интересней и намного объемнее. Она позволит убрать из оборота неликвидный товар, сократить издержки и предлагать более качественную продукцию. Яком Экспо 2019. Retail.ru. Фирма 1С.